Доброго ранку, дорогі друзі! Вітаю вас з моєго каналу. Сейчас у нас раннє утречко, проснулась я раненько і хочу заквасить капусту, потому что предыдущая капуста уже на исходе. Так, приготовила баночку, потому что нужно перекласть капусту оставшуюся. Видите, осталось на самом донышке. Кто-то мне там писал, что это не квашеная, и это не такая, не сякая, и там нет витаминов. Короче, всякий бред несли. А это был просто мой рецепт, и я с вами им поделилась. А сегодня заквашу по-настоящему. Как мне там говорили и писали, будет настоящая квашеная капуста. Да, сейчас я освобожу эту баночку. Баночка моя готова. Переклала я в эту банку, в литровую, видите? Чуть-чуть осталось, наверное, на два разочка. И капуста будет съедена. Поставлю ее в холодильник. Видео можете посмотреть на моем канале. Я думаю, многим понравится, потому что этот рецепт просто беспроигрышный. 100% отдача. Ваша семья будет задоволена. Так, а здесь я уже приготовила инструменты, чтобы нашинковать капусточку. Видите, какую капусту нужно покупать? Такую сплюснутую. Не такую так высокую, да, кочеришка вот так торчит, она конусная, а вот такую сплюснутую. Тут у меня где-то около 3 килограмм. Но в банку 3-литровую, это с этой стороны капуста надо убрать, помещается 2 килограмма. Так что приступим и шинкуем вместе с вами. Насекла я уже часть капусты. Видите, такая длинненькая получается. Такая. Приготовила, беру одну моркву. Сейчас я ее натру и постепенно буду добавлять сюда в капусту. Соли я насыпала 2 столовые ложки. Не с горкой. И буду как салат солить. Вот часть накрышу, посолю как салатик. Вот так, например. Да? Потом беру, вот так отжимаю. Вот уже она, уже сок пошел. И кладу в баночку. Вот. Хорошая уже. Можно еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот так. Вот. Перемешала. Сейчас добавлю морковочки. У меня есть такая помощница. Такая леечка. Так очень удобно туда. Раз. И перебрасываем. А потом утрамбовываем. Так, быстренько сейчас туда заброшу. Вот. Порядок. А теперь так рукою. Утрамбовала. Теперь следующую партию сейчас быстренько насеку. Вот еще одну порцию я нашинковала. Слышите, какая? Видите? Сочная. Сок стекает хорошо. А
мы сюда накладываем. Так, раз, раз. И так хорошо оно все. И чистенько везде. Нигде не рассыпается. И периодически нужно так уложить, утрамбовать. Кто чем, кто толкушечка, я нет. Один раз я так утрамбовала, что полбанки вылетело. Больше не хочу. Вот так хорошо. Готова моя капусточка, нашинковала. А теперь я беру обязательно, ну, тарелку, у кого что есть, и ставлю сюда, и поближе к батарее, и она будет бродить. Так что температура воздуха в квартире где-то 23 градуса. Это нормально для капусты. Будем наблюдать. Обязательно, когда уже сок поднимется, и каждый вечер, и каждое утро нужно протыкать или ножом, или такой деревянной палочкой, чтобы выходил газ.